Так, детишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новогоднюю серию «Не смейся челленджа». Сегодня у нас 31 декабря, и я всех вас... Так не делается. Секунду. Другое дело. И сегодня у нас... Новый год, так сказать, поэтому перед тем, как мы начнем ролик, я хотел бы вас всех поздравить с Новым годом. Чтобы мы с друг другом обменялись этими самыми пожеланиями с Новым годом, я предлагаю вам поставить огромнейший палец вверх прямо сейчас на вот этот ролик. Если вы вот это сделаете, то я вам покажу очередной трюк моего деда. Дед меня учил в детстве новогодней магии, поэтому... Вы уже видели фокус с кулаком. Сегодня у нас будет фокус, который 10 раз сложнее. Видите, бутылка с водой. Тут есть вода. Она почти полная. Смотрите. Я кладу ее на пол. Вот. Тут никакого монтажа, никаких срезок, ничего нету. Руки пустые, новогодняя шапка есть, никакого монтажа. Все честно, все законно. Почти полная бутылка с водой. Да? Ставлю ее на пол. Да си швайный петушок, мама мой гребешок, откусил, мы там взяли, все. Да ладно. Не. Это как? Новогодняя майя. Поэтому значит то, что сегодня ночью вы можете ждать Деда Мороза. А если вы поставите лайк, то Дед Мороз вам подарит. Такое, о чем вы всю жизнь мечтали, поэтому ставьте лайкусь, а мы будем, ребята, с вами начинать. Погнали. Кто дуть будет? Дуть. Пацаны, подождите, он живой, он моргает. Привет. Хелло. Ну окей, я буду первым, короче. Ты будешь первым. Алло, а что он шевелится? Как это так происходит? Хреново, ты его завалил. Давай, вставай, бородатый Игорь, давай. Сюда, Игорь. Куда? Сюда, Игорь. Иди сюда. Где лампочки? Лампочки? Снегом взмело. Здорово. Здорово. Ребята, что я начал? 100% Брежнев. Знаете, что я вам хочу сказать, дамы и господа? Да ладно. Вы знаете... Голубой огонек. Знаете, где проживает птица-синица? Где? Да ладно. Вот, где проживает птица-синица. Думай дороги. Я застрял! Алло! Ты жирный. Алло, вытащи меня отсюда, ёпты, вытащите меня отсюда! Я застрял! Все, это не я, это все ложь и провокация. Это все ложь. У меня вообще большие проблемы. Какие? У меня клавиатура отключилась. Мышка работает, клавиатура отключилась. Стоп, я сейчас серьезно говорю? Я вообще без шуток говорю. Я не понял, что это за хрень. Ай, дебил, откусал. Не, посмотрите, это не... А что делать? У меня запись остановилась с веб-камеры, у меня все зависло вообще. Что за хрень? А может это есть кнопка включения... Да. Не, вы понимаете, что я даже запись не могу остановить, у меня походу комп надо перезагружать. Да, давай, мы ждем. Ну шо, готовы там все? Да. Зачем дебил? Вначале я хотел пробомбиться, а потом мне стало так смешно. Ладно. Делал. Ку всем. У. Пацаны, я новогодняя сова. Я знаю.
Новогодняя сова. Хочу поздравить вас с Новым годом. Здорово. Здорово. Я думал, смотрите, я такой. О, это шо, это камера? О, а не, это костер. Я пошел, пацаны, новогодняя сова. Ку всем. Здорово! Здорово! 5 минут! 5 минут! Вали отсюда! Ой, дебил, дебил! Новый год! Пацаны, я перед Новым годом операцию себе хирургическую, пластическую сделал, понимаете? Ну что-то я хреново я вижу, что-то на самом деле, не понимать, куда идти, Пацаны, куда идти? Пацаны, подожди, чё мне туда? Куда? Какая жопа? Какая жопа? А что это? Это жопа? А чё у меня так темно, ни хрена не вижу? Вы мне можете объяснить, что у него вместо лица? Это жопа? Опа. А чё я вижу как-то не туда? Пацаны. Это жопа? Пацаны! Пацаны! Пацаны, где лицо моё? Пацаны! На жопе. Почему я тут пирата вижу задом? Жоп? Непонятно как-то. В смысле раздваивается? Смотри, он раздваивается. Надо в суд на этого хирурга подать. Это между попе. Между попе? Между попе, ну типа между носится теперь. Это кто? Это ресторатор, да? Да. Ку. Пацаны, вы такие... Эдисон со своей жопой вместо лица. Смешные. Я на него смотрю прямо сейчас, если что. Опа! Ку. Вот это. Ну, показывай. Я прям сам с лоупуком стал, пока показывал эту сценку. Это не камапуля. Двушку пробей. Так, сейчас я тебе знаешь, что покажу? Знаешь, что? Давай. Сейчас. Вот эта тяпка, вот эту тяпку я точил 1000 лет у самого известного мастера в Японии. Вот. Это мне? Дарю, да. Спасибо, сенсей. Пожалуйста, а ты... А мне подарок! Сегодня прям новогодний у нас скины. Курочка. Жопа. Это прям новогодний. Праздник к нам приходит. Что там? Это... Да я хотел сказать то, что сейчас будет праздник. Ты сказал, что будет праздник, но будет праздник для ваших мам. Для ваших мам. Подожди секунду. Ага, да. Подожди, Эдисон, я перед тем, как ты это покажешь, просто скажу тебе, что нас смотрят дети. А, я ничего не говорю. Ну, дети вряд ли... Ну, хорошо. Полегче. Праздник для мамы, там подарок для мамы. Хороший подарок. Мама, это святое. Вот. Всё, давай я покажу. В общем, это праздник для ваших девушек, которые тёлки ваши вот эти все делал, да? А я праздник для ваших мам. Все ваши мамы меня обожают. Лепим за любовь. Игорь Николаев. Да. Не угадали! А, это Малика! И спроси у твоей мамы, кто? Я встречался с твоей мамой! А! Понимаешь, как надо? С вашими. Давай, иди показывай. Я пошёл. Так, пацаны. Что я хочу вам сказать? Подожди. Да. Подожди. Праздник нам приходит. О! Хоу! Подожди. С Новым годом вас! Я что-то не понял. Ребята! Ха-ха-ха!
Я чуть не понял с этой. Это рыгнул вообще. Это я рыгнул. Я думал, это Жека так и пишет, типа, с Новым годом. Ну, подожди. Это просто... Подожди, давай, Игорь, ты рыгаешь, я что-нибудь говорю. Я не могу. С Новым годом. Я думал, это ты, Жека, был. С новым счастьем. Идите. С Новым годом. Мощно, да, мощно. Мощно, Игорь, мощно. Ты прям удивил меня. Мы запомним только об одном. Как твою маму зовут? Не скажу. А я и так знаю. У тебя слишком подозрительное лицо. Знаю. Так ты ж мамка что? Я с ней даже ВКонтакте переписывался. Да? Но на самом деле. На самом деле. Охренелся. И в реальной жизни с ней встречался. Да. Да, жил у нее какое-то время, несколько дней. Ты понимаешь, что подписчики не поймут эти цены? Да, она не поймут. Она меня даже кормила и за. Следующим операционную. Я тут одному уже руки перепрошил, так что. У меня проблемы, доктор, убери задницу. Я тебе сейчас, братану, помогу. Пересади мне вот это чудо. Бля, у тебя тут лицо порвалось. Это какой-то комок. Нужно зашить, Джек. Ир. Так, сестра. А что я-то? Я помогай доктору, помогай доктору. Давай, это твоя работа. Трампон. Зашей. Чего трампон? Чего трампон? Не надо никакой трампон. Трампон, знай. Пацаны, я просто в шоке. Да ладно. Да ладно. Да ладно. Да ладно. Ой. Ну давай, давай. Ну давай. Ку-ку. Ку всем. О, смотри, фейс, ку фейс. Ку фейс. Здорово. Здорово, Иба. Ку всем. Ку всем. Ку всем. Всем, кто смотрит, всем ку. Всем ку. Привет всем. Кукуруза! Какао! Какао! Плохо стало! Живи, братан, живи! Бать! Бать, как-то мало было, бать! Можешь мне флекс? Какие очень. Бать! Как-то мало было! Бать! Бать! Батя! Батя! Батя достаточно! Я могу ему помочь, я доктор! Кого порезать? Смог видовритей! Я! Мать! Ае! Нет. Здорово! Я у него красавица? Красавица? Да. Красавица. Красавица. А, это девушка? Это дочка, ты шо? А, ну ладно. Здорово. Здорово. Замуж, а? За тебя точно нет. А вот за этого да! Ой-ой-ой. 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 Женись на мне. Вставь меня. Женись на мне, красавчик. Не хочу. Ну выходи вот, за меня. Давайте всех поздравим с Новым годом. Эх, с Новым годом, всем ку. Давайте вот с немножко серьезности. Вообще сегодня Новый год. Все? Кстати, да. Поэтому мы хотим всем подписчикам пожелать всего самого хорошего. Согласны? Удачи всем! Побольше хороших оценок в школе. Да. Чтобы Lamborghini под елкой оказалось, значит, 1 числа. Ну вы проверьте. Если вы поставите лайк под этим видео, то вам подарят Lamborghini. Да, да. Знаете об этом? Да. Мы плохого как бы не скажем, вообще мы никогда не обманываем. Это точно! Это не точно. Спасибо всем за просмотр! Всем удачи и всем пока. Пока. Всем пока.
наступающим! С наступающим, пацаны!